прекрасном кафе. Благодаря чему? Благодаря нашему Руслану. Мечтайте. Мечтайте, мечтайте, мечтайте. У каждого человека должна быть мечта. У меня она тоже была. Преодолевая по каждой ступенечке, двигаясь к этой мечте, можно достичь многого. Если есть к чему стремиться, если есть ради чего идти к этой мечте, к своей цели, не отступайте от нее никогда. Бывает, как сегодня стал наш Руслан, 100 метров осталось, и мы повернули назад. Не делайте больше этого. За 100 метрами, может быть, будет корабль вашей мечты. У каждого человека должна быть мечта, хотя бы маленькая-прималенькая. Мы сегодня прошли столько километров, чтобы достичь вот этой маленькой своей мечты. Теперь мы сидим в кафе 2 часа ночи. Смотрите, что у меня в руках. Национальное блюдо Арабских Эмиратов. Кебаб! Ура!